Всем привет, зрители и подписчики наших каналов! С вами Виталий Вульферин. Здравствуйте, ребят. Жека Дрожа. Всем алоха, народ. У-ху-ху. И я Скиф, да. Мы продолжаем играть Don't Starve Together. У нас зима слегка, да? Мне что-то у нас еды нету, вы понимаете. Зачем? Зачем кормить Виталию? Что за глупости? Ты должен фигуру беречь. Какую фигуру? А не посудомойка. А вот ягода даже есть. Давайте ее жрать. Женщина, я не танцую. Это не маленькие пупырки, я их тоже соберу. Не собирай ягодки маленькие. Да, ладно. Давайте типа у пауков жень. А, ну да, мясо монстр. Зачем нам мясо монстр, если да. Такс. Надо что-то делать с едой. У нас еды нет. Что будем жрать? Ну, я готовлю, у меня мясные шарики есть. В тельке. Сейчас еще будут. Это моя обиделка, что ли? Да. Я ей помогаю. Я что-то не понял, а чё нас там вообще дерется? Чё у нас с тобой, а не со мной? У нас тут птица бегает, хозяйничает по нашему огороду. Э-э-э. И, кстати, да, у меня обновочка. Попаду. Да, на мне вон шмоточка, тренч-кот это называется. Сейчас приближу, покажу. А то в этой игре шмотки особо-то и не разглядишь. Тут голос слишком здоровый просто. А тело да. Очень маленькое. Особенно кеды и штаны, вообще не пойми, что за мне кеды. Не, Виталий тут встал, смотрит. Я какие-то башмаки большие нашел. Так, а что у нас по плану? У нас по плану встретить и победить. Нам по плану найти еды. Так, ну с едой сейчас я думаю. Ну я пошел искать еду или кого-нибудь. Ну можно кактусы сходить там, пособирать в пустыне. У меня уже лучше там мамонтов сейчас по этому прогромсать. Ну там в пустыне мамонты водятся. И кактусы. Идите в пустыню, а я поображу в те места, где я не был. О, блин, а я забыл этого взять. Где этот? Прыгающий. Честер на базе, вон. Да, что-то я забыл про него. Да, взять его с собой. А я уже взял и вернулся. И почему-то у меня оружия вообще нет. Подожди. Надо. У нас дерево есть, подожди. Копье. Где-то да, было. Да, там было немного. Да я хочу броню сделать, если за кактусом идти, то идти надо с броней же лучше. Так, ну тогда я лучше вот тут погуляю. Я уже забыл, что кого здесь у нас. Да, есть чуть-чуть. Гулял. Скиф, подожди меня. Я недалеко, я тут уже кактуса грибу. У нас же пустыня недалеко, точно. Ну, что тут какие-то... Вам надо бы этого... Мамонта, если не найдете, берите. Я сейчас льда наковыряю. Ты берите. Так, взял по дороге ёшку мамонта, подобрал. А, под все нормально, да. Хороший. Такой хороший мамонт. Ну-ка, без брони сколько урона получаю? Ох ты ж, пух ты ж. Серьезно. Много. 6 или 5 урона, с броней единичка всего лишь. Так, мне бы главное на муху не напороться, а то... Я, кстати, тоже обновка, но ее так же сама не видно. Реально, Вебер с этим джентльменским, он такой зализа. Ты такой залез. У тебя лицо измето, да? Лицо изменено, и костюмчик, да. Еще примоднился. Да. Лицо за 300 рублей. Мажор. Харя за 300 рублей, шкарл. Что делать? Шкарл? Шикарл. Ну ты просто шикарл. Тихо. О, бабочка, крылья бабочек. Мы из бабочки еды сготовим. Ну там можно создать. Стой. У меня кремния не было? Что? Почему у меня кремния? О, летучие мыши. Ешь их. Грызи просто. Пингвины. Лучшая мышка. Подожди, она мне места не дала говно. Окей. А где кремень у нас там был? Хоть, не? Мы куча, я помню, камня вырезали прям ой-ой-ой. А кремень? Ну, было, где? Теперь нету. Мы кучу камней затратили куда-то там. Да, стены. А кремень? Я ж про это и говорю. А кремень, не знаю. О, тут лед есть. Отлично. Можно спуститься вниз. Можно лед тоже в еду пустить. Ну да, я про это сказал. Может быть, не спустим? Да, ну я, видать, прослушал. Там еда вроде как была. Где, подземелье? Да, надо будет подземелье. А, сейчас подземелье, сейчас еды, да, заготовим быстренько и пойдем. Я же спускался. Ну ты-то спускался, но ты нет. Короли. Ну мне, короли, это жопа. Что нам тут искать? Что нам тут делать? Мы пойдем в подземелье, да? Там сильнее мерзнешь, вот. Да? Да? Неважно. Серьезно? Ну, вроде как, да. Какие пингвины тут хороводы водят? Маленькому же. Женя, да тут при чем? Смотрю на колючий куст и уже думаю, что надо лозы запасти. Лозы? Что? Какой лозы? Ну, какой? Из шип в рикет. А! Ты как это? Инстинкт? Да, это уже привычка. О, у нас еще и стена громедная. Кораблекрушальный инстинкт. Угу. Он самый. Смещено. Так, 7 кактусов. Ну, что так, ну пробуем готовить. Я с бабочкой что-нибудь могу сделать. Ты этот сейчас сделаешь, наверное, как его. Кашицу.
Нет, не кашицу, а как она называется, Женя, напомни мне. Что? Ну, это херовина, которая из бабочки готовится. Да нет, там масло, по-моему, нужно. Масло. А, ну, да. У меня нет масла. О, пингвины. На, в холодильник. А, ты уже убежал. Да, я тебе отдал. Да. Пингвины учатся летать. Тут сейчас пока что делаем, да бежим уже в это, в подземелье, что нам тут тусоваться-то. Твою мать, не туда пришел. Тут уже приготовил. У меня тут малость топографический кретинизм, ну ладно. Так, а у нас камыши где-то есть, нет? Запас. Ну, где-то были, наверное. Ты хотел лечилки наделать? Что да нет, хотел? У меня срезанный камыш один из этой вывалился. Камыши. Из перекати поля. А, кстати, лампочки же жрать нельзя. Ну, нет, точнее, их можно жрать, но... Ну, они ничего не почти не добавляют. Так, сейчас, вот, сейчас утро наступит, можно идти. Аккуратно, еда наготовится. Заготовьте, товарищи. Заготовьте. Ну, мы за тебя вот, поедим, Виталя. Вот казаны, вот холодильник, вот костер. А вот рот, вот он, посередине вот. Такой, с бородой белой. Вот. С белой бородой, рот мой. Да. Текс. Так, давайте сейчас съем эту штуку. Хоровод, хоровод. Пожрал хорошо. Прямо в рот. Кого? А? Ага. Вот тоже, ага. И надо бы еще грядками заняться, но уже, наверное, после. Ну, у нас с Виталием да первый. Уже как да мы не дождемся. Не дождемся. Ну, сейчас-то да, но весной была. Нет, так, улица, а где у нас улица. Тут проход-то? Где-то же рядом. Виталий, где вот ты рыл? Там. А я вот вижу там, совсем рядом. Да-да-да, на пустыне. Пустыньке. Сейчас я хотя бы еще один тефтелик. Вон он, тефтелик. Я уже все три штуки взял, мне хватит пока что. Мне две хватит, я кактус соседу готовлю сейчас. Рассудок повышать. Так, шапка одета. А, ну он хилит, ну ладно. Ресалки, наверное. Я думаю, все заготовили себе это. Я думаю, грибов там найдем. Грибы-то есть, да? Грибы там, что-нибудь как-нибудь нас. Там есть грибы. Матушка природа подземная прокормит. У кого есть сколько кремня? Хотя бы чуть-чуть поделитесь со мной. 9 у меня есть. Кремня. Да вообще ни одного нету. На, где? С миру по нитке. О, шикардос. А то я себе уже золотые инструменты сделал. Ну там золото я не хотел тратить. Сейчас. Ну у меня самого и... топор, правда, золотой. Тихо болюсь, бегаю. А у меня и топор, и кирка. Я себе это тоже сделаю. Я себе лопату сделаю золотую. Буду... И топор, наверное. Так. Ну и кирку, ладно, так, чтобы тебя уговорили. Так, что-то я тебя не дотягиваю до мажора. Где у нас тут золото? Нет, все. Все, уже нет золота. Куда я положил? 5 штук. Пошлите, все. Сейчас, жди. Я тогда секирку тоже человечачью сделаю. А то совсем как бич-то. Зимой как бы в подземелье тоже нехорошо. Нам там, ну, мы будем с касками, а... А зонтик холод. Носить? Да, нормально, камни там, да и сюда. Там капать не будет. А чё? Я не понял, а чё снега нет? Зачем? Вы же мы в пустыне. Там какая разница, зима? Где разве нет? Да хрен узнает, даже не знаю. Факт какой-то. Меня не спрашивай. А, кстати, а как мы там будем ходить? Там же холодрыга такая. Ну, я ж про это и говорю. Пешком. А шапок там. У меня шапка есть. Нет, шапки-то есть, а мы же каску будем делать. Ну, у меня еще борода и камень-грелка. Ну, понятно. Чё-то у красоты. Не, борода, она тоже изолирует хорошенько. Не, надо было эту взять. Как её забыл, как свитяжку эту. Фонарь, ну это надо этот. Лампочки. О! Сейчас всё будет когда-нибудь. Лампочки. Тыкс. Что у нас? Лампочки. Лампочки-актуалочки. А чё у меня кость выпала? Чё, он со мной не идёт? Нет, тут вот. Хач, я же тебе говорил. А, ну да, блин, я думал ты... Ну ладно, не важно. Хач. О, гриб. Да, грибы надо тоже накопать. Если у вас в инвентаре есть мясо, то к королям не идите, ребят. Да ладно. Они от вас вообще не останутся. Тефтели. Тоже? Ну они, я говорю, тефтели. Да это я помню, что кролы не очень. Не, я просто там. Так, рубин. А они, кстати, у нас тут переграждают путь, так что, ребят... Папоротник, наверное, пособирать, может, потом что-нибудь. В смысле, преграждает путь кто? Самые вот, они вот прям вот на перекрестке, как говорится, семи дорог. Ну, шатать будем их, что теперь? Ну, шатайте. Я не нас. Что, никогда кроликов не шатал? Нет, я и по кроликам как-то не. Да ладно. Кролики как-то по тебе сейчас, да. По тебе, да, сейчас. Да-да-да. На тракторе. Тут одно из двух, или ты их, или они тебя. Maybe. Текс. Или они тебя, или тут, ты тут как бы поздно блинписовцы друг записываться, друга. Они как бы... Или вы друг друга, да? О, грибочки, шикарно. Вот что я большие грибочки, хорошие грибочки.
А чё у меня два топора, шикарно. Я... У меня два золотых топора. Муж? Вот кто настоящий мажор. Два золотых топора? Что? Я ничего не говорил, а? Алло? Ты решил меня обмазываться? Вы вас плохо слышите? Что вы говорите? Какие два топора? Я ничего не говорю. Нет, нет, нет. О чем вы? Все шатают грибы. Шатай грибы, пока молодой. Это ж халявный рассудок, ты че? С грибов? Ну да, зеленый. Мой гриб. Шли тут кролики. Я куда-то влево ушел, короче. Ну туда пошел. А че тут? Нет кроликов? Кролики тут. А я, мне не нужны кролики твои. Морковка. А в жопу ее. Это не лучшее применение морковки, поверь. Ну нормально, затычка. Ой, что же. Так, что здесь у нас? Здесь что-то есть вообще? Тут в тупик, да. Виталий Сусани привел меня в тупик, шикарно. Да, куда вы пошли? Вы пошли в тупик. Сейчас мы обойдем. А как вы зайцев обрулили? Какой ты, Виталий, я не пойду туда, там кроль, ты че? Ну я вот это, надо подождать, пока он спрячется. Подарочек пришел ко мне. Они днем спят. Ну я говорю, сейчас день, подождем. Нафиг ваших кроликов, я пошел в другую сторону. А тогда там куда не пойдешь, там везде тупики. Да что-то как-то выходите неправильно, у меня тут везде... А тут, если по карте посмотреть, тут туфелька получается какая-то. А, нет. Окей. Ну вот там, я понял, куда скиф пошел. Там тоже тупик, да, куда скиф пошел? Да, у меня нормально все. Надо нам ниже спускаться, короче, туда вот идти. А может и не очень нормально, но пока как-то неопределенно. А когда день уже будет, а? Он спрятал, типа... Ну ты хитро жопа. Ну зачем тратить? Ну двое, остается чем стоять. Да. Черт, тут тупик, надо через крылов идти. Я о чем тебе говорю? Ха-ха-ха, я-то тут и был, так что. Нет, пиво пью. Виталий, не оставляй меня одного в темноте. А, блин, я забыл. А, меня еще даже начало подмораживать внезапно. Он. Скиф, аккуратно, кролики. Да, понятно. Он прям прыгает. Ой, холодно. Костер я развел. Ой, мама. Так, ой, а у нас в инвентаре камень греется или надо прям? В инвентаре. Ран! Та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та! Он за мной, наверное, да? Тихо, нет. Он за мной! Идите в жопу! Антоны! Кроли! Вы предатели все! Я вас ненавижу! Идите в жопу, просто в пукан! Я съем мясо! Нет, скиф, забери! Ай-яй-яй, что? Что там с тобой кролики делают? Да, он меня пытался кусить. Так, подожди, а где у меня дерево? Я дерево с собой не взял, блин. Меня просто... не я еще одного нагрел, Скиф. Поделиться с тобой, кролем. Зачем? Ты что, ведешь себя кролик? Да. Да, они нападут на тебя, они все на мне. Они забили. Да. Я вегетарианец, подумаешь, тут тефтели, это все фигня. Идите в жопу, не пойду я с вами никуда. Капец. Они меня, кажется, ударили под конец. Все, нахрен этих кролей, я наружу. Так, пока ты его увел, я там пробегу-ка. Они так, сейчас. Я мясо все съел, так что да, не норм. Иди. Пошел я тоже. Киев, подожди меня. Так. О, тут еще шататели бегают. Так они тебя не тронут, а или у тебя... А, у тебя... Да, конечно, не тронут. А я-то съел, я вовремя подэтовался. Я у кого-то честно расскажу. Ага. Кстати, их дома же можно разрушить, с них же эти падают. Да. Их можно на поверхности построить. В жопу их на поверхности. Их можно просто разрушить и сделать из них еду, так что. Там и спальники можно из них делать, постиков. Вы мне хотите, чтобы я на поверхности себя не очень хорошо чувствовал? Кстати, снег пошел. Снег пошел, это хорошо. Это к бобру. Снег идет. Я их разрушу, дома, короче, ребята, притащу жрачку домой. Шатай. Ну давай. Гринпис запомнит тебя. Скиф, можете попросить? Ну да. Что? Дерево. Нет у тебя же дерева, точно. Какого дерева нет у меня? Обычного дерева. А почему у меня нет обычного дерева? Ну, волшебное только дерево. Дайте мне дров. Кто-нибудь дайте мне дров. У меня 20 бревен. Ну, я вот с собой не взял. Тут вокруг деревьев полно, ты что делаешь? Как бы, есть золотые топор жалко как бы тратить что-то. Да, мажорский, мне его жаль. Кролики без дома остались. Что-то кролики меня игнорят, но это хорошо даже. Ты к ним близко просто не подходи, нормально будет. А, вот ты. Собиратель морковки. Разрушитель домиков. Чё ты с собой золото носишь, Скиф? И верёвку, и мрамор. Это в этом, в Честере? Да. Это не я ношу, это Честер. Это эти, как их... Талисманы.
Я забываю выложить просто, а он бегает и носит. Он глупый, он. Ему искусственный интеллект нужен. Кому? Честеру? Честеру, да. Он тебя кусал за всякое? Так, где там? Ну если в твоей интерпретации искусственный интеллект кусает за всякое, то все возможно. Идеальный случай, да? Скиф. Я вниз ушел куда-то, вправо-влево, через бок. Скиф, воу, плохо. Извержение! Какое извержение? Извержение. Землетрясение, да. Ну, это извержение камня, камня вниз. Камня вниз. О, чувство, когда камень вниз. Когда камень вниз, это печально. Брусняшка. Ё-моё, откуда же у вас столько здесь? Я думаю, надо накопать много дерна. Я тогда займусь дерном пока. Давай. Мы тут исследуем. Я тут исследую. Тут руина-то есть, нет? О, что за каменный Ктулху? Это тут эти каменные бро спят. Бро. Теоретически, если их наружу вытащить, то достаточно много вкусняшек они. Ну, кого? То есть они заполонят все тут. Кто? Одного. Ну их можно камушком прикормить, они пойдут. Да, и одного хотя бы вытаскивай. Что это? Кого? Сейчас я попробуем. Просто... Сейчас попробуем, да. Комбо-момбо. Ну, а так что он они делает, расплодятся настолько, что капец, их будут тысячи тут потом. Ну это было бы круто, чтобы шатать всех боссов просто. Войско каменных Ктулху. Ну они всех Ифала убивают, допустим, все. Ифала убивают? Да, ну так. Когда красножопие. Каменный шататель, иди так. За мной. А потом надо быть, ребят, что вы пришли, потому что, знаете почему? Потому что у нас трехэтажка уже стоит. Чего? Ну, паучий кокон трехэтажа. Ну, сейчас придем. Ой, ёшки. Ой, холодно. Меня тоже тут приморозило. Да я сейчас сюда зайду, проразведу. Походу, я хочу еще примораживает одинаково. Выйти этот значок. Может, вы отморозки? Ну, не без этого. Не без этого. Просто да. Я хочу попробовать этих горшков на базе наставить. Может, они нам как-то рассудок будут поднимать. Ну, я хотел на Вики зайти посмотреть, но как бы забыл, поэтому будем тестить экспериментально. Ну, как-то Вики не зашло. Да, как-то зашло. Не разомкнулись с Вики, короче. Открой Вики, слышь, говорю, зайди, она такая, ну... Откройся. Нет, не сегодня, у меня сегодня... Нету настроения. Да-да-да, голова болит. Бывает? Да-да-да. Так, ну-ка, пошел я шатать их дома, короче, дальше. Нам еда уже нужна. Чё ты смотришь на меня? Прости, но да. Ложись спать. Ой-ой-ой-ой-ой, кролы, нет! Еще один. Познай боль. Еще один, блин. И страдания. Ой-ой, морковку ешь не так, надо... Куда он тебе ее? Морковку так. Просто скинет, пробегает робот с морковкой. Батла торчит такая. Батла такая торчит. Ой, как хорошо. Батла такая, блин. Так, что-то тут вообще никого нет. Робот-садовник. Садовод. Как-то печально без руин. Что печально-то? Что печально? Без руин. Я хочу руины, я хочу тулицит. Их объединили. Тут они должны быть где-то, да, биом с руинами? Да. Сейчас мне, найду. Мне уже там куча замечаний сделали, что просто два подземелья объединили. А, ну они решили не заморачиваться, что-то еще глубже, короче. Они решили, там... чтобы не лагало. Потому, ну, чтобы скорее всего, да. Между этими мирами. Ой, только не лагай. Да. Это Don't Starve там туда. Так. Гезерка. Капец, какой-то гигантский каменный биом. Кстати, камня надо надобыть, что я бегаю. И этого своего, этого. Товарища ведешь наверх? Каменного, друга. А он сам пойдет, по идее придет. Очень долго будет идти, но придет. Да? Да. Каменный бро. Ну это как у меня 80 морковки, я думаю, нам хватит. Сколько? Она погниется. Дали, за что столько надо. Ты зачем столько собрал? Пожарим потом. Она вся погниет, ты не успеешь. Ну, блин, навоза будет куча. Ну, да. Удобрять потом будешь. Так, тут за мной один ходит, но такой упорный. Давайте кроликов поселим на поверхность. Чё? Нет. 30 досок есть. Тейкс. Камушков тут пока собираю. Я пошел наверх, короче. Я хочу руинцы найти. Ну, долго будешь искать. Ну, что теперь? Жизнь, боль, никто не говорил, что будет легко. Еда кончилась нормально. Так, а у меня, кстати, еды тоже не очень дофига, но пока есть. Морковка.
Морковка, морковка. Опаньки. Загадочные растения нашли, пошли. А, ну, оно может быть, что это не будет дрожь земли. Так что, это светло, слабо светящийся. То есть он может, может и не быть. Как повезет. Помогите. Так, значит, я не хочу тестить. Мне оно не надо. За убежишь Бэтмен. От него потом. Там. За мой Бэтмен летит. О, нифига тут подсветка дикая. Кричит, где детонатор. Тут целый освещенный биом, короче, этими лампочками. Прикольно. Я в шапке бегаю. Норм. Ну так, естественно. Естественно. Естественно, давайте. Это отлично. О. Женя, зачем ты этот какой баклажан сделал? Лада седан! Да-да-да. Баклажан! Тоже вопрос. Так, тут этих загадочных растений что-то многовато. Зачем тебе баклажан этот? Да ладно, куда его тратить-то было, этот баклажан? Теперь что-то жратвы слишком много. Нормально. Ну, 80 морковок нормально пойдет. В запас будем нажирать. Запас? Потом на базу. О, это что еще за синяя спора? Че? Синяя спора? Да, и тут какие-то мышиные пойду-ка пещеры, что? А, это. Селить кроликов, ну куда? А споры не дерутся, не? Что Дали, это? Иди в попу со своими кроликами, серьезно. Они ну, меня же заколебут. Да я ж подальше. Они ж не отстают, когда. Они не отстают, когда у тебя мясо есть. И они будут реально бежать прям до базы. Эй, они же очень-очень долго. Споры летучие. Ага, прикольно. Это, да, видать, а, тут... зимой споры, да, это новое. Видео. Это новая фишка. Они горят, раз... аккуратнее. Горят? Да. Я вся горю. Синяя спора, да. Я что-то не понимать, о чем вы. В подземельях, типа, имеешь даже? Да, тут вот грибные, тут целый биом, короче, из грибов, из грибных таких деревьев, и они споры рожают, короче, как-то. Жесть. А там еще найдешь аккуратнее, скиф, такие грибные деревья, обмотанные паутиной. И если их тронешь, то ты узнаешь, что будет, если ты их тронешь. Мне даже страшно подумать, что там будет. Повылазит маленькие веберы. Так, что-то... эти споры не опасны, ничего мне не сделают. Только не поджигают. Вроде не делают ничего. Ну, только там рак легких. А, они под... по костру подлетают и загораются. Вот что они делают. На, пол. Самоубийцы. Немножко опасно. Тут весь лес может полыхнуть в теории, да? Ну. Да походу, да. Я не палил, не знаю, но по идее, да. Так, ну пещеры здоровые так-то, да? Они, получается, полностью под всем этим нашим... Пещеры под всем... А это вот дерево мир. Паутиной обмотанное, да. Скиф, слышишь? Пещеры да. — это весь мир. Ты можешь другой выход найти и вылезти с другой стороны мира. Ну окей, окей. А так, типа, так а что ты говорил про деревья? Что там опасного? Ну, сруби дерево с паутиной. Ну, знаешь. Так, ну окей. Притворимся, что я совсем идет и рубим. Так, это понятно. На опасного нет. Что значит, что идиот буду рубить? Норм. Но я бы как бы не очень рекомендовал рубить деревья, обросшие паутиной. Это наводит на мысль о том, что где-то пауки. И они спустились на веревках, да. Лучше это себе. Ты наше дерево срубил, нашу прелесть! Кто шатал мой стручок? Так, ну руины что-то не так просто найти, я уже упорол, черти куда. Упоротый скиф. Да вообще, нет. Сейчас надо бы выход найти в идеале и вылезти нафиг. Нафиг тебе влазь, оставайся там. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Это же знакомый же. Ну, старая. Или еще эти споры преследуют, ну, занятно. Преследуют, та-та-та-та-та-та. О, кстати, да, фонарик ручной сделаю, точняк. А, во, выход фонарик нашел, сидит. Отлично, сейчас и выберемся. Посмотрим, где это. Фонарик ручной. Ой! Ой, мама, ой. Так, руины не в этой стороне, значит, надо искать я руины. Домой. Я рататуй, кстати, готовлюсь, если что. Не надо, это фигня. Ну не, я делаю это чисто ради того, чтобы спуститься вниз опять и там искать. Чтобы... Что-то, блин, я помню, что-то вкусное. Что-то считалось, блин, медовые вареники. Наггетсы, нет, вареники точно нет, блин, какое-то блюдо было, я уже, если честно, не помню, а, этот, господи, забавно, я рядом пирог. С базой вылез, внезапно. Питай, у нас есть, не у нас, нет. Ну, кто-то не фермерастил немножечко у нас в прошлом сезоне. Сейчас буду в прошлом сезоне. Ну, сезон.
А, я имею в виду... Ну, сезон, да, я имею в виду, да. Такой сезон, а не сезон, сезон. Не сезон, а сезон Сезонович? Ну, когда так. Сезон проходит, у тебя начинается этот сезон. А когда этот сезон приходит, ты осознаешь, что сезон не сезон. Вообще. Да. Еще в это время, когда ты смотришь новый сезон своего любимого сериала. И когда начинает... тебя потом отпускает. Ребят, хорош, да. Хорош. Сезонный отпуск такой. What the fuck? Че ты тут? О, нафиг ты его призвал-то. Кого он призвал? Чисто поржать. Да так этого. На, топорами. Ой, ой, нифига себе он меня чуть не заваншотил, я забыл броню-то надеть. Нихера он здоровый. Какой-то матерый. Жека знает толк. Да, я маленьких не это. Не призывает. Эбигель твою убьет, кстати. Ну убьет, он ее не убьет. Убьет, убьет. Он на нее не пьет. Так, я теперь мерзну, я пошел. А вот теперь, ой, он мне по щам дал. Шапка, шапка, шапка. Бородатый. Твою мать. Плохо, что мод не подставили на Health Info. Вот реально очень удобный мод. Сколько хп осталось у любого. Бежим. Так, грибучка. А, не, немножко калечит. Окей. Я, правда, весь рассудок какашечку с ним спущу. У тебя 200 рассудка, конечно, в Энди. Ну да, честно. У тебя же мало там, по-моему, вообще. Так, стоп, ну-ка, подарочек сейчас открою. Смотри, видишь, у нее она уже печальная. Я уже блин, что-то неплохо. Шли. Так, ладно. Что там с подарки? Нету. Пурум-пурум-пурум, ну-ка, мега супер фигня, а? Тишот. Тишерт какая-то, типа, шалы. Не знаю, футболка, шалы. Не футболка, футболка, нафиг нужна. Ребят, на утро надо будет к паукам. Зачем? Зачем? А, валить? Трехэтажка. Ну давайте тогда на этом и закончим, а потом пойдем к паукам. Да. Зачем? Я так и не понял. Поймешь, трехэтажка, поверь. Трехэтажка встанет же. Да. А, точно. Чтоб да. Королева там не причамкала. На этом в любом случае всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на наши каналы, ставить лайк, если вам понравилось, оставлять свои комментарии. С вами были Жека Дрожа. Да, всем покедова, ребят. Виталий Вульферин. До свидания, ребят. И я Спив. Всем покеда.